Епископ Покровский Николаевский Пахомий совершил чин основания храма в честь Преображения Господня в городе Энгельсе. О том, чем сейчас живет приход, расскажут наши коллеги. На берегу Банного озера, там, где ивы пытаются дотянуться своими гибкими ветвями до земли, в этом живописном, утопающем в зелени месте началось в 2015 году строительство Преображенского храма. Планируется, что здесь будет возведена двухпрестольная семиглавая церковь в русском стиле 16-17 веков. На прилегающей ко храму территории в дальнейшем построят и воскресную школу, и трапезную, и здания других церковно-приходских служб. А приход Преображенской церкви уже сформирован. Богослужения ведутся в приспособленном помещении два раза в неделю. В строительстве храма принимают активное участие прихожане, представители власти и руководители организаций города. Все они сегодня собрались здесь, на таком торжественном событии, помолиться о скорейшем возведении церкви. На месте будущего престола устанавливается крест. Владыка зачитывает грамоту о том, кем и когда был основан храм. Затем это историческое послание вкладывается в специальную капсулу и помещается в фундамент церкви. А теперь и в нашем граде Покровске будет Преображенский храм, а может быть даже и собор. Последний год строительство ведется очень высокими темпами. Уже построен цокольный этаж, возводятся стены, и сегодня мы совершаем закладку памятной капсулы. Читаются молитвы, окропляются возводимые стены. В молитвах мы просим Бога и Матерь Божью, чтобы они благословили добрые наши намерения, чтобы труды ктиторов, жертвователей, строителей, всех прихожан и неравнодушных людей увенчались успехом, чтобы храм был построен, чтобы на нем воссияли купола и были установлены кресты. А самое главное, чтобы здесь совершалась молитва и бескровная жертва, ибо без литургии, без причащения святых Христовых тайн христианин жить не может. В Преображенском храме каждый сможет найти себе утешение. Прихожане смогут помолиться, а жители города насладиться красотой здания и погулять по прекрасному парку, который здесь также скоро будет устроен.